Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях автор-исполнитель песенки, которая сегодня будет звучать у нас, и мы ее будем слушать. Расскажите про нее? Расскажу. Здравствуйте, меня зовут Сандра Амина. Я автор-исполнитель. У меня за последние 3 года записано более 20 песен. Вот, тексты и музыка. Музыку я пишу сама. Ну, музыкой я начала заниматься где-то, наверное, лет 7. Но потом у меня был большой перерыв. И вот в 2020 году, во время карантина, мне пришло в голову, что надо бы возобновить занятия. Я начала заниматься вокалом и постепенно начала писать и свои песни. Как интересно. А сегодня представите, какую песню? Как она называется? А сегодняшняя песня называется «Сегодня». Вот, она такая достаточно живая, веселая. Я думаю, вполне зайдет нашей публике. С удовольствием ее послушаем. А скажите, у вас уже есть новогоднее настроение на сегодняшней новогодней вечеринке? Да, конечно. И самое интересное, что у меня еще есть новогодняя песня. Правда, сегодня я ее не буду исполнять, но ее можно найти на всех площадках. Называется она «Праздник нам приходит». Пожелаете что-нибудь нашим зрителям и участникам? Зрителям я хочу пожелать самого счастливого следующего года. И чтобы все последующие годы были самыми лучшими. И один лучше другого. Исполнение всех желаний. Главное, здоровье всем нашим зрителям и всех близким. А вы готовите подарки на Новый год своим друзьям и родственникам, близким? Ну, готовлю, конечно, как всегда. Как все. Как вы считаете, какой самый лучший подарок вы можете сделать своим родным? Самый лучший подарок – это собраться с теми, кого ты любишь, и встретить с ними Новый год. Это прекрасно. Спасибо вам огромное.